это так слепит. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я, конечно, всегда с большой огромной теплотой относилась к этому, вот к этому помещению, к этой сцене, к этому театру и к тем людям, которые здесь поистине служили. Потому что для того, чтобы сюда прийти и здесь играть, здесь действительно играют те, кто заражен этой бациллой, кто любит это дело. Потому что понятно, что здесь зарплаты не платят. Здесь ты альтруист, здесь ты преданный человек. Здесь он спрашивает, как, уже не платят? Я на самом деле, вот так приятно сказать, вот сегодня я это с гордостью могу сказать. Я, между прочим, тоже была здесь, в этом театре, и была посвящена в актеры. И произносила клятву, которая заканчивается прекрасными словами, которые, если я гореть не буду... Давайте все вместе. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда развеет тьму? И вот знаете, вот эта клятва, на самом деле, вот произнеся ее однажды, мне кажется, никто ее не может предать. И я восхищаюсь этими людьми, и, конечно, мне очень приятно, что как раз Дворец культуры Родины, вот эта сцена, она родила такое количество и дала такое количество прекрасных людей, прекрасных, которые радуют, восхищают, вдохновляют. И это так здорово. Я желаю искренне продолжения этой замечательной истории. Ну, а наглядный пример, конечно, это же, представляете, вот с 12-летним мальчиком прийти сюда, заразиться этими бациллами, дать клятву и вот дойти до заслуженного артиста России, руководителя театра «Апрель». Дарим вам. Ну, да, наш дорогой Владимир Юрьевич Жуков. Медаль. Спасибо. Я очень рада, что ты возглавляешь этот театр, потому что, правда, ты... Ты несешь те заветы, которые давал, наверное, Игорь Петрович. Мне так кажется. Конечно. Да? Спасибо. Конечно. До свидания.